Вот опять океан. Вон какой-то sailing center, bathrooms. Вон лодки. Здесь, смотрите, как красиво. А вон вертолет летит, да? Вы смотрите, как я обожаю Бостон? У нас в Воронеже тоже есть Воронежское море, но вы о нем же ничего не знаете, правда? Это грязнющая лужа, которая воняет, оно все в тени. Видите, как тут все прозрачно? Все, 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 каждый камешек виден. А там дохлая рыба валяется. И когда идешь купаться, у тебя какая-то зараза потом на коже появляется. Это жесть. Сколько говорили, вот мы почистим море, Воронежское. Ага. Пандус, видите, пандус, все в пандусах. Вон яхты. Тут куча бостонцев живут с машинами, с прицепами. То есть у них машины, еще сзади прицеп, потому что у многих яхты. Яхты нужно парковать, тоже платить за парковку. Смотрите, как, посмотрите, какой цвет воды. Смотрите, какой тут запах такой нежнейший. Мягкий-мягкий, еле уловимый. Вы себе даже не представляете, как бостонцы или бостончане любят свой город. Здесь же есть эти sails, эти ну, места для кораблей, которые забирают туристов и развозят по островам. Тут есть острова, там в течение, ну, которые находятся 30 минут езды, там час езды, 3 часа езды. И вот так вот едешь, там еще можно китов видеть, есть всякие экскурсии. Мои дети все это уже объездили много-много раз. Могу, конечно, показать и вам. Смотри, какая прелесть. Все эти яхты можно еще брать в аренду на день, там на 2 часа, как угодно. Тут очень много гаваней, не только в Бостоне. Рядом с нами штаты другие, вот Нью-Хэмпшир, Мейн, там тоже куча пунктов. Там есть места, где река, и ты по реке плывешь, так, там всякие, бывает мелкая, ну как мелкая часть, глубокая, и ты плывешь на такой шине, знаете, круглой. Очень классно. Этот ваш трип может длиться там 40 минут, час 30, 2 часа, то есть ты плывешь из одного места, тебя забирают на другом месте. В общем, американцы помешаны на воде, и много у них хорошего есть, связано с водой. Смотрите, какая красота.